Петров Григорий Петрович, герой Советского Союза. Родился 17 ноября 1907 года в деревне Ольшенко Демянского уезда Новгородской губернии, ныне Морёвского района Новгородской области. Командир роты 5-го полка 5-го пограничного отряда пограничных войск Народного комиссариата внутренних дел СССР, старший лейтенант. Участник Советско-финляндской войны 1939-40 годов. До войны трудился в совхозе. Призван в Красную армию. В 1939 году был направлен для обучения в высшую пограничную школу. С началом финской кампании старший лейтенант Петров был направлен в 5-й пограничный полк. 25 февраля 1940 года рота под командованием Петрова отличилась в бою за хутор, превращенный противником в сильный оборонительный узел. Сдерживая натиск белофинов и отбивая многочисленные контратаки, они нанесли врагу значительный урон в живой силе и технике. Несмотря на ожесточенные контратаки, позиция была удержана. Однако старший лейтенант Петров погиб, заменив в этом бою пулеметчика. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1940 года старшему лейтенанту Григорию Петровичу Петрову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.